22 октября отмечают День белых журавлей. Память о погибших во всех войнах накануне этой даты по традиции проводит вечера творчества, музыки, литературы. Ведь поэзия здесь даже в названии, которое «День белых журавлей» получил благодаря популярному стихотворению Расула Гамзатова «Журавли». В дошкольном отделении номер 45 школы «Триумф» провели мероприятие, посвященное этой трогательной дате. Химчане декламировали стихи, танцевали, показывали театральные зарисовки. Несмотря на свой возраст, дошколята прониклись атмосферой мероприятия и постарались передать свои чувства. Этот праздник еще тем более дорог нам, потому что Расулу Гамзатову 8 сентября исполнилось ровно 100 лет. И мы, понимая, что в детях надо воспитывать патриотические чувства, любовь к родине, любовь к близким, понимать, кто герои у них в городе. Мы не могли мимо этого пройти. И, конечно, вот такой праздник получился. На мероприятии не только вспоминали о героическом прошлом, но уделили время и настоящему, посвятили выступление красавице осени. По указу президента России Владимира Путина 2023 год объявлен годом учителя, педагога и наставника. В Химках особое внимание уделяют профессиональным качествам работников образовательной сферы. Все для гармоничного воспитания подрастающего поколения. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.